5 июля в 3 часа утра на трассе М4 Дон автобус «Геленджик-Иваново» столкнулся с КАМАЗом, который шел впереди. По предварительным данным, водитель автобуса не смог выбрать подходящую скорость и въехал в большегруз. В салоне пассажирского транспорта находились 13 человек. Из них 5 пострадали. Трое погибли. Это двое детей – 10-летний мальчик и 9-летняя девочка. Также в числе погибших – женщина 1951 года рождения. По нашей информации, скончавшиеся на месте ДТП не являлись друг другу родственниками. Женщина и мальчик – жители Анапы, а вот погибшая девочка из Иваново. Из 5 пострадавших госпитализировали в больницу города Меллерово 2. Оба они жители Иваново, родители погибшей девочки. У водителя, который управлял автобусом, внушительный стаж работы – более 30 лет. Минтранс по Ростовской области выделил автобус, который привезет домой наших земляков.